17-летняя девушка, которую сбили на пешеходном переходе в столице, вышла из комы в четверг утром. Пострадавшая остается в реанимации. Врачи Института матери и ребенка оценивают ее состояние как очень тяжелое. ДТП произошло во вторник на улице Константина Негруци. За рулем автомобиля находился 69-летний мужчина. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.